Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, заходим сюда и доделываем те задания, которые я еще не успел сделать. Так, сразиться в боях. Эй, проще пареной репы. Так, погодите, а кто нам нужен? Давайте-ка мы с вами определимся. Так, смотрите, у нас, в принципе, Бакстер Стокман на подходе, да? Поэтому я думаю, что есть смысл подраться за него. Так, есть, ДНК заработали. Шикандос. Поехали далее. И еще одна ДНКулька выпала нам. Давай, родной, не подкачай папочку. Слушайте, ребята, мы, наверное, сегодня еще и уровень с вами получим. Слушайте, скорее всего. Так это ж вообще шикандос будет. Так, давай еще маленько. Ребят, да, уровень нам точно светит. И это очень будет прекрасно. Ха-ха. Так, что, одно задание мы с вами выполнили, но это еще не предел. Нам нужно дальше двигаться с вами. 57. 57 ДНК у Карайки. Хм. Погоди-ка, у нас же вот, вот именно что. Ну, я сомневаюсь, конечно, что мы сможем с вами найти 3 ДНК на Острозуба. Хотя... Так, погоди, сюда не прокатывает. Давай, вот здесь вот добьем, так сказать. Есть. Ну, пожалуйста, ну дайте третью, ну дайте третью ДНК. Ну, что вам стоит? Да. Ни шиша не дали. Жаль. Ладушки, ребята. Зато в следующей серии мы его точно с вами получим. Так, давай посмотрим, кого мы можем тогда еще с вами получить. Так, секундочку. Блин, да хоть 10 секундочек, никого пока. Ну что, думаю, можно поискать Крипа. Давайте поищем. Ага, там совсем чуть-чуть, сейчас левел с секунды на секунду прогремит. Да давай ты уже, ну что ты томишь-то меня? В напряжении прям держит. Да, да, ребята, вот он, наш заветный 90-й уровень. Ну-ка. Пицца, фигурка человека-единорога, 35 долларов, 1500 сюрикенов. А это значит, что... Значит, ребят, то, что мы сейчас с вами проапаем персонажика. 10 сыра и 3 ДНК Леонардо классического. Спасибо за такой подарочек. Я очень признателен. Так, давайте, ребята, мы с вами сейчас посмотрим. А, там же, по-моему, еще... А, нет, мутаген не нужен. Так. Фух, ну что ж, давайте теперь хорошенько с вами подумаем. Я хотел в прошлый раз Карайку поднять по уровню, по рангу. И, наверное, мы все-таки будем придерживаться именно этого. Можно было бы, конечно, и мутагеноида, но все-таки Карайка мне как-то ближе. Поэтому, ребята, я буду ее повышать по рангу. И вот она получает у меня 4, ребята, золотые звезды. Фух, шикарно. Что я могу сказать вам? Я доволен, как удав. Все. Теперь у нас очень и очень долго не предвидится какое-то повышение, потому что 300, ребята, нужно осколков. Именно золотых. А у меня всего лишь 23. Ну, так же, как и платинового героя, нам тоже не очень скоро будет доступно увидеть. Ну что же, задание мы с вами сделали все. Забираем реварды. Отлично, и я думаю, что нам пора отправиться, да? Ах, тут пицца, подожди-ка, мы... Блин, пицца нам пригодится. Так, секунду, ребят, давайте мы еще с вами купим, пожалуй, телепортики. Да? За 500 бакинских, да. Они нам нужны. Так, кстати, еще нужно посмотреть. Ну, про это можно забыть на ближайшее время. Что у нас с монетками? О, 111 монет, ребят. 111 монет. Кого мы можем с вами опять же начать копить? На кого? А может быть, нам осколки копить, а? Ну, 100 монет за 10 осколков. Ну, это же грабеж средь бела дня, ребят. Можно на Армагона копить. Или даже на Шреддера, смотрите. Хм, такой соблазн большой. Или все-таки Шинигами у нас не прокачанная, так же, как и Лиса. Ой-ой-ой-ой-ой, ну просто, я не знаю, ребят, я, короче, на Шреддера, на классику пойду.
Все, решено. Пойдем за классикой. Так, что у нас тут по этим? По жетонам все кисло. Ладно, ребят, тут все у нас понятно. Давайте заходить. Слушайте, давайте пиццу наберем и пойдем уже на арену. Давайте по-быстренькому здесь просто-напросто пробежимся с вами, да, на автобое. Сколько тут? Ну, 3 минутки мы потратим. Ничего страшного, я думаю, в этом не будет. Минус. А пицца нам нужна, знаете, для чего? Мы сейчас с вами, после того, как все здесь пройдем, мы ее будем тратить, естественно, на новые поиски ДНК для наших персонажей. Я думаю, что это самая интересная вещь в этой игре, когда именно собираешь. Так, погнали далее. В бой. И на автобой, естественно. Давай-давай, пиццелицей. Вот так вот. Упал. Упал лицом в грязь, в асфальт. Так, это был второй бой, да? Всего их здесь 5. 20 пиццы заработали. Давай следующий бой. Я, как говорится, готов. Я весь горю от желания навалять этому пиццелицему. Давай так вот, с вертушки. Тыч! Ой, не пробили. Он теперь валяется. Так, ну что, третий бой, как говорится, позади. И осталось всего лишь 2. Ух, но самое интересное-то у нас впереди. Это лига. Да, еще, кстати, сегодня мы должны попробовать поиграть в новое, как это, испытание, да? По-моему, испытание. Так что приготовьтесь, ребятушки. И в ближайшее время я, наверное, хочу поиграть, знаете во что? В мини-титанов, да-да-да, давненько. Кстати, а вы мне пишите в комментах, что вы хотите увидеть. Или, может быть, какую-то игру продолжить заново играть. Ну, заново я имею в виду возобновить прохождение игр. Вам виднее, вы у меня тут по сайту, как говорится, прыгаете, скочите, видите. У вас глаза горят огнем. Вы мне, я вот смотрю иногда комментарии там. Годовалой давности видосик был снят, а комментарий 2 минуты назад про ту-то игру, например, там. А то-то, то-то, то-то. Я аж в шоке пребываю почему-то. Как он его успел найти? Видос годовалой давности. Так, ладно. Пупс, бомбанули. Так, 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 тихонько, тихонько. Подожди, пиццелицей. Все, ребят, мы с пиццей с вами завязали. Пиццу мы полностью собрали. Теперь идем, как говорится, на всех парусах с вами на арену. Начнем, пожалуй, с ареночки, да? Я надеюсь, меня там не опрокинули. Посмотрим сейчас. Ой-ой-ой, опрокинули, ребят. Я на самураях уже 2 звезды. Нет, вы извините, но так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Я на это не подписывался. Поэтому придется нам победу вырывать зубами. Так, 45-й и 46-й уровни. Поэтому да, я начну. Ну, с таких-то маленьких, наверное, совсем-то уж не стоит. Вот с этих, пожалуй, я буду приступать. Слушай, а он у меня сможет хоть победить-то один? Сомневаюсь я почему-то, если честно. Давай возьмем, наверное, для подстраховки еще Шреддера. Да, перестрахуемся, потому что я боюсь, Леонардо своей вертушкой не сможет всех подбить. Сейчас мы это проверим. Так, вот будем атаковать, например, Микеланджело. Ага, ну вот, видите, видите, о чем я вам говорил. Пит, он все-таки выжил, но это ненадолго. Сейчас мы его будем наказывать, жестоко наказывать. Так, секунду, я не понял. Ну что это за дела, ё-моё, а? Блин, ну добей, Лео. Нечего с ним тут возюгаться. Ну что же, хорошо, идеально получилось, ребята. И слава богу, никого не уронили у нас. Так, на каком мы вообще месте-то? А, ну ладно, хорошо, мы попали с вами обратно в Сёгуны. Точнее, в Самурая 3 звезды. Поэтому продолжаем. Сегодня, я надеюсь, мы дойдем все-таки до Сёгунов. До одной звезды, и это будет хорошо. Так, я делаю откат опять у Леонардо и продолжаем брать малышей. Вот так вот. Я думаю, это будет самое то, что нужно. Здесь я почему-то уверен, что Леонардо сможет завалить абсолютно всех. Да, именно своей вертушкой. И начну я вот с Доника. Хочу почему-то именно с него начать. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это, да. Вот это я оплошал, ребятули. Так, что же делать-то?
Кейси тут, блин, бесполезен. Блин, да что ж такое. Ну, попробуем. Лео, давай, жги. Так, кто? Ну, давай вон того бомбанем. У него массовая атака, понимаете? Если он зажарит, то будет всем плохо. Так, а что же здесь? Ну, давай попробуем так пробить его. Хренушки нам. Оу, Лео. Слушайте, ребят, ну на волоске я был, честно вам скажу, вы сами прекрасно видели. Я думал, сейчас кто-нибудь у меня упадет. Но, как видите, Кейси умудрился выстоять. Я ему за это очень благодарен. Ну что же, мы с вами двигаемся дальше. У нас 70-е место. Ну, я уже чувствую, вот пахнет шмотками Сёгуна. Именно вот это вот кираса, броня и так далее. Полированным, да, металлом. Ну что же, в бой. Выбираем кого. Кого лучше выбрать-то, я даже не знаю. 45-й и 43-й уровни. Я думаю, что для нас это будет самое подходящее. Леонардо, ты извини, но придется тебе еще немножко тут повоевать. Ты мне нужен как никогда. Слушай, нет, не хочу я вот рисковать. Вот именно почему-то вот пульверизатором, елки-палки, язык сломаешь. Не хочу я его брать, я лучше возьму... Я лучше возьму, знаете кого? Вот, Микеланджело, да? Да, самое то, что нужно. Так, ну что же. Ну давай приступим, посмотрим. Начнем мы вот с этого хламона. Так, порвем, нет? Ты-дыч! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как-то неудачно у нас получилось маленечко, ребят. Угу. Кейси выдержал, и это хорошо, это радует. Так, Донни, успокойся, успокойся. Нет, все, им хана, ребят. Сейчас у меня... Ну-ка, зажаришь ты его, нет? Кейси, попробуй подбить его. Мимо, естественно, мимо. Еще бы не мимо. Так, ну, удар. Так, нормуль. Сможешь? М-м-м. Не получилось. Ну, Майки, ну хотя бы так. Вот, и Лео добьет. Слушайте, уж что-то как-то слишком большой риск у нас здесь. Я вот смотрю, мы уже второй раз... Чудом как-то спасаемся. Чудом, опять же, у нас Кейси уже, правда, другой выживает. Хм. Нельзя так рисковать, ребят, нельзя. Это может войти в привычку, и потом можно так отгребсти. Так, ну что же, здесь опять я возвращаю Леонардо в строй. Здесь, опять же, я буду брать вот этих ханориков. Так, только сюда мы с вами заберем, знаете кого? Железную голову. Да? А почему бы нет? У него масса атака и инициатива должна быть довольно неплохая. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Вот, начнем отсюда. А ну-ка, зажарим. Ой-ой-ой. Мне нужен сейчас... Нет! Не надо. Твою маковку. Да как же так, ребят? Ну, у меня инициатива должна быть... Больше, чем у них. Ну почему? Железная голова, что за фигня? Ты должен был сразу ходить после Леонардо. Почему ты... не знаю, ребят, что не так пошло. Я всегда рассчитывал, что Железная голова должен ходить после Леонардо, так как он по уровню выше, и, соответственно, у него быстрее все должно копиться. Но нет, он почему-то опростоволосился. Ладно, не будем сейчас мы тут выяснять, кто прав, кто виноват. Берем вот этих вот гавриков. Леонардо, иди сюда обратно. Будешь исправлять свои ошибки, свои косяки. И вот этих ребятулек мы с вами забираем. Нет. Опять же, тут 30 уровень, а тут 46. Нам нужно взять кого-то из таких крепеньких. Давай вот возьмем Бакстера. Слушайте, ну здесь, если Бакстер меня подведет, все, я не знаю тогда, что мы будем с вами делать. Тут Леонардо, это плохо, ребят. Леонардо. Пожалуй, мы и начнем именно с него. Ну-ка. Если вот сейчас захиляет их всех. У-у-у, нет. Ладно, хорошо, это терпимо. Да чтоб тебя, ну посмотри, как... Да какого хренуса? Ну что за дела-то, я не понял я. Бакстер, ты достал уже, блин. Что за параша получается здесь? Почему инициатива такая слабенькая? Он никому не вешал, ребята, не улучшал, не делал бафы на ускорение, да? Ничего такого не было. И тем не менее мы проиграли. Точнее, не проиграли, а упали у меня, ребята. Лео, ты что-то меня расстраиваешь в последнее время. Блин, я не могу прям... Прям вот... Вообще расстраивает капитально.
тут 47 уровни уже, блин. Это фигово. Придется брать зэка. Да, до Сёгуна. Нет, должны дойти. По любасику должны мы с вами дойти до Сёгуна. Вот с зэком здесь 100%, ребята, победа будет за нами. Тут как ни крути, потому что Леонардо остальных просто на лохмотье сейчас разорвет. Блин, да как Бибоп-то выжил? Свинота, а? Кабан, ну ладно, все, хорош. Хорош, ребят, сейчас мы быстренько их тут всех распинаем. Бум, и он лежит, да? Угу. Ладно, хорошо, здесь у нас все чисто, гладко. Поехали. 35-е, ну, давай-давай, не подведи, не подведи. 17-е, ребят, 17-е место. Хм, замечательно, в принципе. Так, давай-ка глянем. Я, пожалуй, возьму вот этих вот архаровцев. Или не стоит? Не, давай вот этих. Тут, смотрите, тут серебряные звезды все-таки есть. Да и уровень поменьше, хотя... Да, уровень здесь поменьше, поэтому возьмем их. Леонардо. Леонардо уже все, отыграл свою. Жаль, очень жаль. Тогда возьмем с вами Рафаэля, возьмем нейтрализатора и... Наверное, придется вот как-то так. Как-то так играть вот именно этими ребятами. Но шанс все равно есть всех подбить, потому что... Что? Опять мы почему-то без инициативы, да? Опять. Ну, берем, ребята, с вами провокацию. Боюсь, что Бакстер сейчас что-нибудь такое чуданет. Надо... Да, в принципе, и Ваня тоже дуралей может бомбануть. Не по-детски. Смотрим, что он делает. Ускоряет всех, ребят. Это плохо, контр. Блин, тоже не очень хорошо. Граната. Так, я боюсь, контрить мы сейчас никого не будем, потому что, боюсь, мы получим с вами звезделей. Поэтому начнем просто вот бомбить. Угу. Кого, чего? Блин, волна. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, волна. Это фигово. Это очень плохо. Ну вот, вот об этом я вам и говорил, ребят. Сейчас упадет и нейтрализатор. Стопудово вам говорю. Так, ну давай. Кого? Давай он того шваркнем. Так. Ты должен добить. Хорошо, у тебя получилось. Но сейчас нейтрализатор упадет. Змейковьюн, добьешь? Нет, не добьет он, ребят. Не хватит у него мощей добить Криса. Да ёпрс, это ну как так-то, а? Ну как вот он мог, умудрился все-таки, а? Не просто ведь ударил, а именно вот волну надо было сделать этому вражескому Бакстеру. Слушайте, я должен в Сёгуны попасть. Должен, я обязан, понимаете, обязан сегодня попасть в Сёгуны. Это моя, как бы, мечта на сегодня. Мечта на сегодня. Ну да. Что же, берем Криса, берем Рокзара. Караечку придется нам взять. И... Ну давай возьмем тигрицу. Тигра и... И Карайку. Да, такая вот непобедимая будет здесь команда у нас. Ну что ж, приступим к развлекухе. Делаем провокацию Рокзаром. Также... Делаем контур, надеюсь. Ага, ну что же, отлично. И поехали вот так вот теперь. Опс. Сюрики, дальше крик души от змеи Карай. Почти, ребят, почти готовы все. Падают. Неплохо, я считаю. Да, ну что ты делаешь, родной мой. Отхил, отхил тебе здесь не поможет. И волна тоже не поможет. Ты подписал себе смертный приговор, Бакстер. Вот так вот. Лео, прости, но пора тебе на покой. Да. Ну, попадаем мы с вами в Сёгун или нет? Я думаю, что должны попасть, ребят. Обязаны попасть, ну. Да, да-да-да-да-да. Именно этого я и ждал. Но, правда, 93-е место, это говорит о том, что завтра я буквально сяду и меня опять скинут. А мы можем с вами как-то укрепить нашу позицию? По-моему, нет. Нам просто неким. Да, у нас 45 уровни, но тут 49, 50. Ребят, придется нам продолжить завтра. Ну а сейчас мы с вами отправляемся куда?
Ну, естественно, мы отправляемся с вами на испытание. А испытание у нас, по-моему, сцены насилия. Нет, вру. Вот они, да-да, именно вот это испытание. Тени на солнце, городская война. Поехали, приступим. Так, у нас есть Зек, у нас есть Крис, у нас есть Рахзар. Ой-ой-ой, а вот это уже слабенькие у нас ребята пошли. Ладно. Да куда дойдем, до туда дойдем, ничего страшного в этом нету, да? Как говорится, не корову проигрываем. Тут, естественно, ребята, можно вставить на автобой смело, потому что, ну, 10 уровень монстров. Куда они тут против нас? Абсолютно никуда. Ничего они здесь не сделают. Так, ну давайте подумаем, что нам дальше. Мы, например, здесь пройдем. Что еще мы там можем с вами сделать? Это мы прошли, пиццу мы собрали. А, ну да, естественно, ребят, мы пойдем с вами искать ДНК. То есть мы будем тратить с вами весь накопленный сыр. Ну, я думаю, что прилично мы с вами ДНК-лик-то должны будем найти. Вот знаете, в чем еще проблема? Когда я отказался от премиум подписки, да, у меня очень долго... Так, погоди. У меня очень долго стали копиться деньги... Ну, и карточки, в общем, вы сами это, наверное, заметили. Раньше у меня там же и осколки все это давали. И ДНК, причем каждый раз. Сейчас нет, и это у нас очень беден. Ну, извините меня, 690 рублей, ребят, платить за вот это премиум. Тем более в моем нынешнем положении. Нет, мне невыгодно. Может быть, потом, когда мы с вами разбогатеем. Когда-нибудь это, наверное, будет же все-таки, а? Ну, разбогатеем, я имею в виду, будем зарабатывать приличные деньги, которые мне могут позволить брать премиум и наслаждаться. Это не в ущерб, как говорится, себе. И хотелось бы, наверное, скоро заняться, знаете, чем? Стримами. Но я, понимаете, боюсь, что если я в эту систему попаду, и она меня засосет, видосиков не будет выходить, ребят, на канале. А я думаю, это невыгодно, никому не понравится, если... Знаете, вот как вот я привыкаю, например, да, смотреть определенных людей, да? Есть у меня вот, понимаете, есть вот друг у меня, да, Килобит, Макс звать. Ну, если кто не знает, ребята, вы посмотрите, у него довольно прикольный канал. Единственное, что мне не нравится, уж слишком часто он ругается матом. Ну, у него и написано, конечно, 16+, канал там, то есть 50-е. Я ничего не говорю, я не против, это его, конечно, дело, но, как сказать... Иногда хотелось бы, чтобы, ну, поспокойнее, что ли, я не знаю, без ругани, без этой, без всякой. А так, вполне годно, вполне приятный молодой человек. Тоже, я так понимаю, семейный, тоже дети, но уделяет время каналу. Так вот, о чем я говорю? Что привыкаешь иногда смотреть людей, да, определенных, а они потом исчезают, например, куда-нибудь там, кто-то в отпуск уехал или еще что-нибудь. И ты, знаешь, у тебя начинается вот эта вот ломка. Так вот, я боюсь, что если я уйду в стримы, да? Вы меня можете, конечно, на стримах видеть, там все 5-10, но когда отпуск у меня закончится, то и стримы тоже закончатся. То есть они будут выходить очень и очень редко. Так что, ребятушки, вы как бы пишите мне в комментах, что вы думаете по поводу вот этих стримов, переходить, не переходить. Причем у меня опыта даже в этом нету, если честно. Раньше у меня была проблема с интернетом, я как бы не снимал их и не пробовал. Сейчас вроде бы есть возможность снимать, потому что сейчас я кое-где в другом месте нахожусь, где могу себе позволить скоростной интернет. Вот, но, в общем, жду ваших комментов по этому поводу. Вот, и надо будет, естественно, все это дело настроить, там посмотреть, как оно пойдет, не пойдет. Вот. Но это все будет в прямом эфире, я как бы не знаю, ребят. Начнем глупить, тупить по первочку. Да, мне это здесь как бы удобнее, вы меня не видите. И я могу здесь придуряться, что хочу и делаю. Если что-то мне не понравится, ребят, потом при монтаже, естественно, я могу что-то вырезать, что-то вставить. А там уже хренушки. Реал есть реал. Как говорится, слово не воробей, вылетело, и хрен ты его потом поймаешь. Вот. Что-то мне сегодня на разговоры поперло. Так что жду, ребят, жду ваших комментов. И, кстати, вот еще давайте быстренько пробежимся с вами по таким играм, как, например, Идол Герои. Вы пишете, что снимай почаще, побольше. Понимаете, в чем дело? Я бы и с радостью бы. Но
кому понравится снимать то же самое, вот ежедневные задания, которые я их делаю. Я думаю, что вряд ли. Я, если вот, например, захожу, да, сегодня в игру, вижу, что у меня есть осколки, обломки, там, ну, как, ну, вы понимаете, о чем я говорю. ДНК на какого-то нового персонажа, естественно, я считаю, что можно снять. Я, соответственно, нажимаю сразу же на съемку. Ну, она у меня практически всегда идет. Я записываю через ShadowPlay, а это практически постоянно у меня включено. Стоит только нажать кнопочку. Вот. И пошел, как говорится, процесс записи. Вот. Ну, а если ничего такого нету существенного, то я как бы не вижу смысла, ребят, снимать часто. Лучше снимать то, что нужно, то, что полезно. Например, вот сегодня, да, я лопухнулся. Я очень круто лопухнулся в игре, которая называется «Защита башенок» Tower Conquest. Сегодня я снимал, хотел для вас снять очень эпичный там был бой. Ребят, вы не представляете, я на одном этапе там завис, знаете сколько? 6 раз не мог пройти один уровень. Я ругался, я там, я не знаю, там богам всяким там молился, чтобы пройти. И вы не поверите, как я затащил ту каточку. Ой, это было что-то. Я взял для эксперимента ведьму и тыквоголового, которые у меня в разы слабенькие. И вот за счет них я там зарулил. Блин, ну как-то это не в тему, да? Играем в черепашки-ниндзя, а обсуждаем совсем другую игру. Ну ладно, это я так, как бы, навскидку, чтобы... Потому что здесь все равно у меня автобой. Есть, как говорится, свободная минутка, поэтому я как бы с вами делюсь своими соображениями. Вот, и я не знаю... Так вот, в чем суть-то, ребят? Все нормально, все записано. Микрофон вылетел, штекер у меня из этого, из входа USB-шного, и все. Лампочка горела, но, видимо, что-то там не доходило, не доконтачивало. Короче, звук не записался. Жесть, обидно, ребята, обидно. Поэтому не удивляйтесь, когда у меня будет следующая серия, что мы начнем с вами не с того самого места, а уже немножко прошли, потому что я уже перешел на другой телепорт. Также я получил 62 уровень. Ну, апнулся там. В общем, 48 минут видоса коту под хвост. Так, ну что, ладно, ребята, возвращаемся с вами к черепашкам-ниндзей. Черепашкам-ниндзей. Так, что у нас? Эйприл Кунаичи. И смотрим, ребята, здесь у нас лисичка. Я, интересно, смогу? Слушайте, ну я думаю, что... Должны мы здесь, наверное, с вами разрулить. Пускай они бомбят. Вот, также и не забывайте, ребята, давать дельные, повторю, советы по поводу того, что какие игры хотели бы вы увидеть. Ну, только давайте такие серьезные, а не надо какие-то там детские. Вот, например, я не знаю, как бы хотелось мне бабушка Гренни, или как вы там ее назвали, поиграть, посмотреть. Ну, я как бы посмотрел, ну... Какая-то графика, ну я не знаю, ребят, ну, понравится ли вам эта игра в моем прохождении. К тому же, по-моему, на просторах Ютуба там уже миллионы прохождений, вот если честно. А если я начну, далеко ли я там уйду, я тем более и не знаю, что там и делать-то надо. Вот, я наподобие этой игры сделал репортер. Мне она понравилась. Кстати, когда там погибаешь, ты начинаешь не с самого начала, ты начинаешь именно с этого эпизода. Так что советую поиграть. Довольно прикольная игруля, мне кажется. Такая, что-то типа Resident Evil, может быть, мне так показалось. Ну, по крайней мере, монстры там, да. Душетрепещущие. Так что, если кто не видел, то посмотрите. Вот. Ладно, ну что, этот у нас, наверное, ребята, будет последний бой здесь, потому что 65 уровень, как вы видите, у нас только выживают здесь Зек, Крис и Рахзар. Остальные, я думаю, что упадут. Вот тигр сейчас секунды на секунду у нас, да, он рассыпался, все. Ну, а здесь мне что нужно было? Естественно, мне здесь нужна была карточка лисички. Я думаю, что я ее все-таки получу, хотя, подожди, может быть, не факт, что я получу. Нет, факт. Если Рафик взял на себя провокацию... Подожди, Рафик-то это... Ёлки-палки, Рафик-то не мой. Уф, секунду, ребят, надо брать в свои руки. Жесть! У нас... Блин, а что ж делать-то? Ну-ка попробуем так. Ой, сейчас звезданет. А если я пробивным? Ну-ка. Мимо! Да как мимо-то? Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Да с какого перепуга здесь вообще Рафик взялся? Я не понял. Разве он... Соли, ребята, отвлекли маленько. Так вот, блин, я уже забыл о чем. А, откуда здесь Рафаэль-то взялся, ё-моё.
Вот попробуй его пробить. Это самый, блин, я считаю, самый крепкий персонаж вообще. Может быть, конечно, есть кто-то и крепче, но это жесть. Вы посмотрите, что он делает. Он делает просто отбивную из всех. Да, к сожалению, я не получил ДНК лисы, и меня это немножко коребит. Так, ну что же, у нас есть немножко сыра. Мы можем с вами что сделать? Так, Усаги еще у нас... Так, 17 часов, да? До того, как он откроется. Хорошо, давай посмотрим, что мы можем с вами получить. Кого открыть? Кто нам нужен в ближайшее время? Ну, здесь что-то как-то не особо мне нравится. Давай вот здесь вот... Подожди, нет. Вот здесь вот. Так, ну, выбор-то вообще невелик. Ёлки-то палки. Ну, хорошо, давай попробуем морозную кошку добыть. Не знаю, получится, не получится. Но сыр все равно надо потратить нам. Так, нам достается сырный телефон. Он мне не нужен, наверное. Так, 25 жетонов. Фиг с ним. Так, что у нас здесь? Опять 25 жетонов. Что, вы так специально будете делать, что ли, а? $2, блин, обалдеть. $2, офигенно просто. Карта бомбилы какого-то. Давай, да ладно, вы специально это делаете, да? Вы специально вот всякую ересь мне даете. Все, ребят, сыр кончится, к сожалению. Ну, я имею в виду сыр, который у нас идет типа мороженого. А теперь мы переходим к нормальному сырочку. Кстати, давайте-ка мы с вами крутанем. Я же знаю, что вам нравится, когда мы крутим рулетку. Я сказал, крутим рулетку, а не проходим. Давай смотреть, что нам здесь выпадет. Очень хорошая, пожалуйста, ну порадуй меня, игра, ну. Ну. Ну ладно, хотя бы две ДНК. Это лучше, чем одна. Поехали еще разочек, крутанем. Один раз, ребят, за все это время мне выпало вот пак этот. Рафик выпал, хорошо. Давай еще разок, поехали. Крутанем. И остановим. Кто? Что? Да, сейчас на Рокстеди. Ну, естественно, на Рокстеди, где одно ДНК. Кто бы мог что-то другое предположить? Естественно, никто ничего. Давайте здесь обменяем с вами. Так, нормуль? Нормуль. Так, подожди, а что? Нет. Нам не хватает пока мутагена, ребят, поэтому... Давай-ка что-нибудь... Что-нибудь эдакое... Блин, где бы мне взять на тигра 10 ДНК, чтобы можно было бы ему четвертую звезду золотую сделать? Это было бы очень хорошо, согласитесь. Так, ну что, давайте карайку, наверное, поищем, да? Сыра у нас много, точнее пиццы. Поэтому будем с вами искать сейчас. О, уже ДНК нашли. Так, и еще одно. Ну вот, отличненько. Так, здесь больше нет ничего. Поэтому давай двигаться дальше. Например, слушай, ну паукуса можно поискать. Так, я просто это говорю, поискать. Поискать паукуса, а не подраться за него. Поехали. Так, вот ДНК есть. Кстати, мы с вами в прошлый раз кому-то хотели улучшить какой-то суперудар, так ведь? А для того, чтобы улучшить, нам нужны определенные вещи, определенный там каска, магнитофон и всякая ересь. Поэтому нам нужно посмотреть. И я хотел, по-моему, у Леонардо. Сейчас глянем, ребят, сейчас, секундочку, мы посмотрим, что нам нужно для того, чтобы улучшить. Так, Лео, давай-ка посмотрим твои навыки. И что, вот здесь вот, здесь, ребят, у нас... Книжек нужно очень много. Слушай, а почему у нас вот здесь вот нет 3 звезды? Давай посмотрим, что это вообще за проблема такая. 69 уровни. 69 уровни. Неужели, блин, я, кажется, понял. Мы не можем пройти с вами вот этих вот двух боссов на 3 звезды. Я пойду и попробую. Вдруг сегодня нам фартанет, и я смогу получить 3 звезды. М? Вдруг. И тогда мы сможем с вами фармить. Так, тут как-то не особо хорошо зашло все это дело. Ладно, попробуем сейчас разобраться с этим сбродом. Ой, они
промахивались почему-то. Почему-то промахивались, но стабилизировались. Ладно. Так, давай вот этого, наверное, мы с вами уничтожим. Так, следующий у нас будет, пожалуй, вот этот вот хмырёныш. Опс. Так, а тут сколько? 4 волны, да? Так, постепенку повесили. Ты не припухли? Блин, плохо это дело. А ну-ка давай вот этого. Опс. Так, подожди, не добил. Ну, за Рафика я вообще не переживаю, ребята. Он здесь каменная глыба. Его так просто не пробить. Все. Так, да, у нас тут 3 волны. То есть это вторая и третья уже будет с боссом связаны. Понятно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давай вот так вот сделаем. Хоп, нормуль. Так, теперь вот так вот. Да что ж такое, не минусанули. А если мы вот так вот сделаем, а ну-ка, леуч. Хорошо, красава, молодец, умничка. Так, теперь, давай, наверное, вот так просто добьем. Угу. И теперь вот так вот. Мы идем к боссу. Да-да, ребята, к боссу, блин. Вот тут самое главное, чтобы они не успели сделать свой супер удар. Блин, жалко, нельзя это промотать. Короче, у одного, если не ошибаюсь, лавой он плюется, а другой электричеством. Поэтому нужно как-то их опередить. Блокировать, конечно, я эти возможности не смогу. Но попробуем вот так вот с вами сделать. Ладно, постепенно висит. Теперь. Так, у них инициатива абсолютно одинаково у всех идет. Ага. Добьем или нет? Как вы думаете? Эй, чуть-чуть не хотел. Блин, да что же делать-то? Может быть, защиту? Но они тогда вдвоем будут. Придется нам, наверное, вот этого все-таки ликвидировать. Хотя, подожди, постепенно, наверное, убьют. Нет, не могу я рисковать, ребят, поэтому вот так сделаем. Сейчас что-то будет. Сейчас будет... Ага, хорошо. Это, кстати, очень хорошо, что он начал бить. Знаете почему? Потому что ему хана. Потому что ему все, ребята, ему звездец. На холодец. Три. Подожди, сейчас я, по-моему, тут перехвалюсь, наверное. Давай я вот так вот сделаю. На всякий случай. Ой, а зря я это сделал. Знаешь почему? Он же лаву будет свою сейчас изрыгать. Хотя нет, почему-то не делает он этого. Странно, почему? Так, бомбит. Но он промахивается, потому что у него меткость, ребята, понижена. И да. Да, именно этого я и добивался, ребята. Этот уровень пройден на 3 звезды. Слушайте, а по-моему, пора. Мы же с вами прошли, да, сюжетку? Но ведь не на 3 звезды. А пора бы исправлять эти ошибочки, согласитесь. Тем более здесь мы можем с вами фармить сколько захотим. Тут нет ограничений, ребята. Значит, мне нужны книги, да? Мне нужны книги. Ну, боюсь, что эти книги, наверное, сейчас фиг будут нам выпадать. Нам выпадают всякие сырные телефоны почему-то только. И мутаген. А где книга? Почему книга не выпадает? Неужели она такая редкая? Слушай, по-моему, да. Вот еще сколько мы с вами открываем, ни одной книги мне не выпало. Эй! Вот. Вот только сейчас. Одна, единственная. А их там нужно нам, по-моему, 9. Вторая. Пошло, по-моему, дело. Слушайте, у нас пицца заканчивается. О, третья, ну неужели? Неужели игра, как говорится, склонилась предо мной? Ага, как же. Сколько нужно книжек? Ой, ё-моё. Еще, ребята, 11 книг надо. Это для того, чтобы я сделал шестой уровень скилла «Танец с мечами». Ну, оно того стоит. Поверьте, мы с вами будем так сжечь вражин, что они убегать будут, поджав хвосты. Вот поверьте мне. Ну что же, у нас есть немножко с вами мутагена, поэтому я думаю, мы можем себе позволить поднять уровень Рахзару. Сможем мы это сделать? Не сможем, к сожалению, стиснув зубы, говорю это я. Ну а железной голове как? Во. Ну хотя бы ему один левел подняли. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом, пожалуй, мы сегодня и будем завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующей серии. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.